игрок команды СПБГ Роман Афанасьев. Играю в защите. Игра была плотная, и соперник был достойный, но так как уровень игроков наш немножко высок, мне показалось, то, соответственно, за нами оказалась победа. Вот. А также слаженность игроков в защите, ну и нападение отлично сыграло, забили столько голов. Потом на видео посмотрите эти голы и будете хлопать в ладоши.